Чего творим, бро? Меня зовут Сергеонис, и это потерянный эпизод сказочного патруля. Я нашел эту серию в одной из групп ВК. Серия называется «Смерть всего патруля». Я был в шоке, ведь это увидела даже та самая подписчица, что и раньше кидала мне потерянный эпизод сказочного патруля. Ее ссылка в описании, вы можете сами спросить у нее что да как. Она мне рассказала, как ее младшая сестра сидела и смотрела эту серию, а подписчица тайно смотрела из-за угла. Ее маленькая сестра была как будто зазомбирована. Мне удалось найти эту серию. Серия началась с того, что патруль тренировался танцевать, но вдруг появился кот. Он был слишком злой. Его глаза светились зеленым. Он отправил патруль домой и приказал им туда не выходить. И тот день должна была приехать Вась-Вась. После начались помехи. Они были жуткие и вызывали головную боль. Наверное, они привернули внимание маленькой девочки. Что-то в них было не так. После помех было показано, как кот стоял на остановке и ждал Вась-Вась. Он готовился, ведь он очень боялся ее. И вдруг она приехала. В это время дома Аленка сходила с ума от волшебных штук. Ей хотелось всех их испробовать. Но вдруг она дернула за какую-то книгу. И открылась тайная полка, где были зачарованные сапоги. И одни из них она надела. Она начала быстро бегать. Это заметили другие волшебницы. И начали ее догонять, чтобы спасти. Но вдруг переход на кота. И как он привел Василису Васильевну за стол с тортом. Но вдруг туда прилетела Аленка. И она втаранилась тот торт. Вась-Вась очень испугалась. Она слишком громко прокричала заклинание. И волшебницы рассыпались, как пепел. Они сгорели заживо. На этом серия резко оборвалась. Подписчица сказала, что ее сестра Ксюша еще несколько часов сидела так бесподвижно и смотрела в одну точку. Это было страшно. На этом все. Чтобы Сергеонис поставил лайк тебе, это всего-то 2 секунды, мне приятно. И подпишись на мой канал, я бы хотел себе такого бесстрашного подписчика, как ты. А еще мне на канал кинули страйки, я не знаю, что будет дальше. На некоторых потерянных эпизодах есть ограничения по возрасту, а некоторые пришлось удалить, так что простите. И помни, это всего лишь мое воображение.